Здорово, я Малина. Сейчас я объясню такой трюк, как крэнкфлип с банихопом и без. Для начала необходимо изучить крэнкфлип без банихопа. Чтобы сделать крэнкфлип, необходимо ведущей ногой закрутить педали и словить в ту же самую ведущую ногу. Если у вас имеется страх при кручении крэнкфлипа без банихопа, можете попробовать такую теорему, называется качелька. То есть ловите исключительно ведущую ногу, заднюю просто отставляете в сторону. После того, как вы идеально ловите в одну ногу крэнкфлип, можете смело приступать к ловлению крэнкфлипа в две ноги. Как только вы обрели уверенность в этом трюке без банихопа, можете смело приступать к крэнкфлипу с банихопа. Теорема очень проста. Делайте банихоп в небольшой свече, то есть когда ваш велосипед наклонен в воздухе неровно, а немного под углом, когда переднее колесо смотрит немного вверх. В таком положении вы, как обычно, кидаете крэнкфлип ведущей ногой и ловите тоже исключительно в нее. Также тут работает теорема качельки, когда вы ловите исключительно в ведущую ногу. И опять же, когда вы довели это упражнение до идеала, приступайте к ловлению крэнкфлипа в две ноги.